Привет, любимый. Угадай, что произошло. Спорим, не угадаешь. Ну перестань, ну давай, хватит, не томи. Что там? Твое ток-шоу закрыли. Наоборот. У нас заоблачные рейтинги. Уже четвертую неделю. И меня номинировали на ведущую года. Телевизионный конкурс «Сердце экрана». Калюжный говорит. Мне светит первое место. Ты моя умница, а? Я никогда в тебе не сомневался. Очень рад. Так рад, что даже твоего Калюжного готов обнять. Лучше меня обнимай. Ну тогда приезжай скорее. Еду. Девушка! Девушка! Номер телефончика скажешь? Я мужа люблю. Это же вы! Я вас узнал! Телефончик, постойте! Ну, красавица! Скажи телефончик, пожалуйста! Давай хотя бы фотографию сделаю! Дай руку свою! Дай руку! Дай телефон, ну пожалуйста, ну серьезно! Я тебе Москву подарю всю! Тихо, моя хорошая. Все живы, все позади. Опять приснилось? Да. Успокойся, все хорошо. Все живы. Ну пойми, я не могу тебя пригласить. Я же номинанта не устроитель. Да, с билетами полная засада, прости. На выставку к тебе? Пойдем на выставку. Конечно. Спасибо за приглашение. Подлизываешься? Что там слышно с моим кредитом? Надеюсь, сегодня все прояснится. Я позвоню. Только учти, мой шеф к тебе неровно дышит. Наверняка захочет встретиться лично. Я, например, уже ревную. А вдруг ты с ним сбежишь? За тобой же глаз да глаз нужен. Я открою. Привет. Привет. Проходи. Сценарий изменения. Полистай перед съемкой. У нас не курят. Может, позавтракаешь с нами? Кофе? Кофе. Доброе утро. Доброе. Платье – полный отпад. Сначала они носы крутили, а когда узнали, что для тебя, да еще и на церемонию, сразу отдали. Вадик подогнал по твоей фигуре. Спорю на свои прокуренные легкие. Твои конкурентки от зависти подохнут, когда ты в нем на церемонию заявишься. Ну, главное, чтоб я мужу понравилась. Даже в рубище ты будешь прекрасна. Дамы, прошу к столу. Ну, в рубище я, конечно, не рискну. Народ не поймет.
Да. Да, Кольцова. Куда хотите пригласить? На показ новой коллекции? Когда? Спасибо, приду. Постараюсь. Хватит звонков, а то поесть не успеешь. Счастливая ты. Успех, слава, дом красивый, муж. Меня б так любил кто-нибудь. Завидую я тебе. Да, Эльдар Саидж? Начальство тебя разыскивает. Алло, Эльдар. Анечка, ангел мой, ну скорее сюда, у нас проблемы. Анечка, можно ваш автограф? У меня родственница приехала. Ваша поклонница просит. Конечно, Света. Спасибо большое. Хорошего дня. Ничего, по ней все с ума сходит. Главное, вчера нормально договорились. Добрый день. Сегодня приехала бешеная, поменяла гримерку. Теперь сниматься отказывается. Видите ли, ей испортили настроение. Тоже мне звезда большого размера. А я не вижу ничего смешного. Пусть только попробует съемку сорвать. Слав, какие колоды на приборе? Дур-дур. Может, это подойдет? Стелла, милая, привет. Давай. Ты только посмотри, какое барахло мне предлагают, а? Я в своем, говорю, могу сниматься. Нет, не хотят. Я не одену этот отстой. Ну, почему же? Это очень даже стильное. Стелла, милая, пойми, фишка в том, что мы одна из наших зрительниц. Меня Люда зовут. Я мечтала познакомиться с вами. Преображаем в ее кумира. То есть в тебя. Одинаковая прическа, одинаковый мейк. И для полноты картины нам нужно, чтобы вы с Людой были в одинаковых нарядах. Ну, твой дизайнерский эксклюзив, он же в единичном экземпляре. Так, подожди, вы что, с ума посходили? Эту серую моль в меня хотите переделать? Вы что, получше не смогли никого найти? Ты посмотри, у нее же ни кожи, ни рожи. Про фигуру я вообще молчу. По-моему, хорошая девочка. Да вы что, издеваетесь, что ли? Я уезжаю, нет моих сил больше. Я что, моль? Карина. Ну, удерживать мы тебя, конечно, не будем. Но только девочку ты зря обидела. Она же твоя фанатка. Писала нам целый год письма в редакцию. Мол, хочу быть похожей, мечтаю встретиться. А ты с ней так. А если пресса узнает? Представляешь, какой скандал будет? Ну, вы же ничего не скажете прессе? А если она сама догадается? Ну, или подскажет кто? Ты нам съемку срываешь. Ну, и что же мне теперь делать? Ну, я это, погорячилась. Ну, у меня критические дни, с кем не бывает. Понимаешь? Ты прощаешь меня? Ну, прости. Только я не моль. Ну, зачем вы так обо мне сказали? Людмила, она не о тебе. Она о вещах говорила. А, точно. Я об одежде. Вот одежда у тебя такая, но если переодеть, ты же будешь очень даже ничего. Правда? Ну, конечно. А
свидании, девчонки говорили, что я похожа на вас. Немножечко. Ну, немножечко есть, да. Ой, я чуть не забыла. Это подарок от нашей фабрики Иванова. Это вам. Прекрасно. Красота какая, а? Я обязательно буду носить. А я прямо на стену надену. Господи, мне девчонки не поверят, что я вот тут с вами. А можно я с вами сфотографируюсь? Да, конечно. Сфотографируйте, пожалуйста. Улыбочку? Класс. Ну вот. Спорим ведь. Вы ее под меня не переделаете. Ильдер. А? Разбей. С вами бабами никаких нервов не хватит. Дурдома все краси. Камера. Начали. Ну и напоследок, немного волшебства. Стеллу представлять не нужно. Ее знает и любит вся страна. От столицы до глубинки, в которой живет наша гостья Людмила. Людмила мечтала стать похожей на своего кумира. Людмила, ваш выход. Мама дорогая. Похоже, да? Очень похоже. Невероятно. Если вам чего-то очень хочется, загадайте, и ваше желание исполнится. Берегите себя. Стоп! Съемка закончена, всем спасибо. Ну ладно, признаю, твоя взяла. Готова угостить тебя победным ужином. Ты не мне проиграла, ты проиграла Людмиле. Так что ее и угощай ужином. А можно я вас обниму? Ну, конечно. Ну и упырица эта Стелла, а? Попила нашей крови, а теперь сияет. Но ты ее укротила. Молодец, за что я люблю. Анечка, птичка там Калюжный приехал, ждет тебя в моем кабинете. Я не могу, я опаздываю. Скажи, что я уже уехала. Соври что-нибудь. Генеральному спонсору. Ань, ну перед барином лучше лишний раз поелозить. А то перекроет нам кислород, задохнемся. Ну сходи, что ты кабинишься? Может, он тебе хочет гонорар прибавить. Дождешься от него. Ладно, схожу. Егор Аркадьевич, рада вас видеть. Вы по делу? Да нет, что ты. Соскучился. Дай, думаю, заеду к любимой ведущей. А то все как не позвоню, заняты. Может, наконец найдете время и для меня? Для вас всегда. Просто я много работаю. Ну, а после? Сегодня, например, поужинали бы вместе, поболтали. Ну, о конкурсе в том числе. У меня на вас серьезные планы. Между прочим, обалденно выглядите, Анечка. Я от вас с ума схожу. Егор Аркадьевич. Притормозите. А я думал, мы понимаем друг друга. Я с огромным уважением отношусь к вам и к вашим планам. Но дело в том, что сегодня я ужинаю с мужем. Приятного аппетита. Что ты ему наговорила, а? Смотри, Анька, он мстительный. Знаешь что? Вообще-то это твоя работа. Крутить хвостиком перед начальством. А моя портит ему настроение. Прости, опаздываю. Вот еще один год прошел.
Мам, пап, нам вас очень не хватает. Ну, как твои дела, сестренка? Как в школе? Да, ученик один допек. Уроки срывает. Недавно девочку одну до синяков отдубасил. Так, а директриса что? Директриса. Большой кошелек его папа ей рот затыкает. Понимаешь, плохо, что дети видят всю эту безнаказанность. Я ей так и сказала. А она, представляешь, мне увольнением пригрозила. Анька, ты меня слушаешь вообще? Прости, пожалуйста. Прости, в голову только конкурс идет. Ты не представляешь, насколько мне это важно. Ужасно нервничаю. Ты его выиграешь. Точно. А если нет? Да. И кредит нужен. Позарез журналу. Подожди. Держи. Это мамина. Ну ты чего? На удачу. Ну, ясно. А чё Кольцова сама-то не пришла? Ну что, думаешь, дать ей кредит? Вроде у журнала ее неплохие перспективы. Юрий Ильич, вызывали? Да нет. Приглашал. Мы вот тут жену твою вспомнили. Валентина и я, можно сказать, ее поклонники. Я передам Ане ваши слова. Ей будет приятно. Ну что, подумаем, что можно сделать с кредитом. Да ты садись, садись. Хочу управляющего сменить. Старый стал курилка, болеет часто. А что бы ты сказал, если бы я предложил тебе занять его место? Я бы отказался. Чего? Наш управляющий профессионал. Я не хочу никого подсиживать. А ты не будешь его подсиживать? Я же не убить его предлагаю. Управляет по-старому, а сейчас новый реалий. Чуток не догоняет. Сечешь? Извините, Юрий Ильич, я правда не могу. У меня есть принципы. Послушай, я же его не на улицу выгоняю. Принципы у него. Провожу на пенсию с почетом, как положено. Нет, как тебе нравится, Валентин. Другой бы за козырное место зубами вцепился, а этот кочевряжец. Молодец. Вот мне такой нужен. Молодой, принципиальный, чтобы дым из-под копыт и дело знал. Но соглашайся. По рукам? О льготных процентах для жены поговоришь с Валентиной. Сделаю. Угу. Все поняла. Но надо сказать, что я против льготных кредитов для посторонних. Хорошо. Но можно считать, что Анна Сергеевна не посторонняя. Да, хорошо. Она же ваша жена. Юрий Ильич, можно? Вот. Вот вы и сами. Отступаете от своих принципов. Если бы речь шла о льготном кредите для вас, пожалуйста, нет никаких вопросов. Вы эти льготы заслужили. Вы, но не она. Без вашей подписи кредит не дадут. Вы подпишете? Я еще не приняла решение. Ждите. Еще номера договоров. Хорошо, я проверю. Это что такое было, а? Ты видел, как она на тебя смотрела? Точно сожрать хотела. Втюрилась, что ли? Макс, у тебя какая-то больная фантазия.
плохо. Нет. Тоже плохо. Плохо. Так. А вот эти хорошие. Давай их макет. Как считаешь? Мне сейчас кроме кредита ничего в голову не лезет. Ты понимаешь, что без него нам кирдык? С Игорем говорила? Галь, все будет хорошо. Игорь меня еще никогда не подводил. Да, это бог. По косметике есть что-то новое? А вот это да. Вот маска для лица с пептидами. Редактура нарыла в каком-то сибирском НИИ. Говорят, чудо какое-то. Лет 10 без подтяжки сбрасывает. Слушай, пахнет приятно, текстура хорошая. Ты на себе пробовала? Шутишь, да? Мне рабочие лошадки, знаешь ли, не до баловства. Это же ты у нас звезда. А в моих мешках под глазами можно уже состояние прятать. Да, жаль, конечно, что у нас для этой тары денег не хватит. Галь, не прибедняйся. Игорь. Да, любимый? Аня, тормознули кредит. Шеф подписал, его дочь что-то уперлась. Что? Как тормознули? Аня, Аня, послушай, есть хорошая новость. Мне предложили стать управляющим. Так что не волнуйся, потерпи немного. Я все утрясу, обещаю. Я не сомневаюсь в тебе. На тебя одна надежда. Обожаю тебя. Ты говорила, что проблем не будет. Игорь все решит. Угу. Я уверена. А если нет? Что тогда? Мы на него рассчитывали, а в итоге упустили драгоценное время. Галь, давай не будем нервничать. Ей так целый день на взводе. И курить здесь не надо. Здравствуйте. Так, 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 вот. Простите, а что здесь происходит? Лидия Шашкова, Третий канал, программа «Звездный день». Мы же договаривались об интервью, или я не вовремя? Все в порядке. Проходите. Анна. Лидия, расскажите, как вы начинали? Мы с Галей учились вместе на филологическом в университете. Угу. Подружились. Когда я решила открыть свой журнал, я предложила Гале стать моим компаньоном. Я главный редактор, Галина – директор. А вы знаете, золотое правило бизнеса – работать нужно с тем, кому доверяешь. И мы с Анной… Ток-шоу, которое вы с успехом ведете на телевидении, тоже создано по вашей идее и тоже пропагандирует здоровый образ жизни. Но чем они отличаются? Вы знаете, они скорее дополняют друг друга. В журнале мы рассказываем про новинки моды, косметики, диеты. Зато в ток-шоу живое общение. Его ничем не заменишь. А название для журнала мы вместе придумали. Точнее, Аня придумала, а я уже одобрила. И да-да, после этого Анна, у нас… А можно вас попросить чуть к свету развернуться? Мы крупный план снимем. Да, конечно. Галя. Извините. Уходишь? Да, ты знаешь, дел очень много. А тогда отнеси девочкам, пожалуйста, отобранный материал и принеси мне воды. А Лидии… Кофе. Конечно. Ой, нет. Ну что, хорошее место, я не против. Давай попробуем. Ир, отдай это редактуре. Значит, фотографии пусть согласуют с заказчиком. Угу. Модный дом Фемини. И к завтрашнему дню я жду от них макет. Хорошо. А, и еще. Отнеси, пожалуйста, Анне Сергеевне, журналистке, две чашки кофе. Хорошо. О,
какая красота. Глаз не оторвать. Молодцы, что пришли. А то из-за работы некогда и мать проведать. Аня шаль сама выбирала. Анечка, спасибо. Она не слишком яркая для меня? Ну что вы, Ираида Васильевна, вам очень идет. Замечательно. И цветы любимые. Ой. Ты чего так плохо ешь? Невкусно? Да нет, что вы. Аня вся издергалась из-за этого конкурса. Завтра церемония. Угу. И чего переживать? Ты самая лучшая. И все мои друзья тебя очень хвалят. А жена Владимира Ивановича не пропускает ни одного твоего шоу. И журнал выписывает. Говорит, Анна – бездное обаяние. Вот. Спасибо. Приятно это слышать. Еще рыбки, сынок? Очень вкусно. Нет-нет, спасибо. Спасибо тебе, Анечка, что ты поддерживаешь Игорька. Мы с папой Игоря тоже жили душа в душу. А теперь мне для полного счастья не хватает только внуков. Ну, мама. Не волнуйтесь, мы с Игорем обеспечим вас внуками. Ух ты, ничего, тебя там Валентина зовет. Ну что ты все дергаешься? Ты хочешь что, в образе чудовища пойти на церемонию? Успокойся. Да у меня вопрос кредита решается. Черт. Не звонит и не пишет. Пусть твоего мужа заботит бабло. А тебя пусть волнует твоя внешность. Все остальное и так на пузе приползет. Договор по ипотеке, пожалуйста, исправь. Хорошо, да, я же сделаю. Ты разве не посмотрел еще? Я не видел, но клиенты придут через полчаса, у меня нет. Слушай, посмотри, пожалуйста. А, Игорь, я уже собиралась уходить. Хотела, спасибо, поговорить с вами по поводу кредита. Вы приняли решение? Да. И я не могу вам сказать больше, чем уже сказала. Что ж, права ваша. А с чего вы взяли, что я отказала? Держите. Самый низкий тариф. Но это ради вас, а не ради вашей жены. Чувствуя, да? Выглядишь потрясающе. Кольцо выйдет. Снимаем. Стойте, пожалуйста. Анна, добрый вечер. С вами интриги нет. Все однозначно считают вас претенденткой на главный приз. Скажите, вы тоже так думаете? Ну,
Было бы глупо с моей стороны не рассчитывать на победу. Конечно. Давайте дождемся объявления результатов. Спасибо. А если проиграете? А прошу прощения, господа. Всех просят пройти в зал. Прошу, прошу, прошу. Почему она спросила? Она что-то знает? Успокойся. Она просто хотела увидеть твою реакцию. Все журналисты провокаторы. А сейчас претенденты в номинации «Лучший ведущий года». Ирина Гальперина, ведущая развлекательной программы «Мы вместе». Анна Кольцова, ведущая ток-шоу «Про тебя». Ведущая молодежной программы «Танцуй с нами». Но перед тем, как перейти к объявлению победителя, хочу задать тебе один вопрос. Как думаешь, что нужно, чтобы стать лучшей ведущей? Ты восхитительна. Красивая внешность. Считай, что приз у нас в кармане. Калюжный член жюри. Знаешь, да. Мне кажется, надо... Только сидит он с Лебедевой. Лучше. А она тоже номинантка. Ну, слушай, он, конечно, бабник, но не дурак. Она. Чтобы протежировать конкурентку, собственно, ушел. Да не бери ты в голову. Эта профурсетка тебе не соперница. Победителя в главной номинации конкурса «Лучший ведущий года» объявит председатель жюри Аркадий Репин. Наш конкурс называется «Сердце экрана». А сердце телевидения – это его ведущие. Нам сложно было выбирать, но все же мы пришли к единому мнению. Итак, победила Лебедева Юлия! Поздравляю, ты лучший. Иди. Вас поздравляю. Спасибо. С победой. Спасибо большое. Юлия, вы не отразились. А посмотрите, пожалуйста, сюда. Можно ваш автограф? Я вас поздравляю. О, привет. Рад вас видеть. Что поделать? Так устроен мир. Проигравший никому не интересен, а победителю сладкие куски. Вот вы куда спрятались, а мы с Юленькой все ждем, ждем, когда вы подойдете поздравить. Вот решили сами подойти, чтобы выпить за ее успех. Вы не против? Я принесу. Мы ждали, пока народ рассосется, не хотели, чтобы нас затолкали. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. А мне очень нравится ваше шоу. Как бы я хотела об нем работать. Многие хотят золото мое, но у нас уже есть замечательные ведущие. Очень сожалею о вашем проигрыше, но жизнь есть жизнь, победила достойнейшая. И не без вашего участия, я правильно понимаю? Да боже упаси, о чем вы говорите? Каждый сам кует свое счастье. Юленька! Да? Нам пора давать интервью. Идем. Я ж тебя предупреждал, что Калюжный мстительный. Выиграешь в следующий раз. Ой.
Анечка, что с тобой? Аня. Аня. Аня! Вы знаете, каких-то явных признаков вашего недомогания я не вижу. Скажите, у вас в последнее время стрессовые ситуации были? Может, с мужем поссорились? Да что вы. С мужем мне повезло. А нервотрепки хватало. Угу. Кстати, вы мне говорили про аварию, а я вот здесь ничего не вижу. Меня тогда на скорой в обычную больницу отвезли. И что, серьезно пострадали? Машина всмятку. А я... Я много крови потеряла. У меня редкая группа, четвертая отрицательная. Намучились, пока нашли. Понятно. Это все тоже могло сказаться. Вот что мы с вами сделаем. Я выпишу вам препараты и направление на комплексные анализы, на всякий случай. И через недельку мы с вами встретимся, хорошо? А можно результаты анализов прислать мне на электронную почту? Да, конечно. Ну, что? Ничего страшного. Сказал просто переутомление. Выписал витаминки и советовал почаще отдыхать. Господи, как ты меня напугала. Ну ладно, витаминки это, конечно, хорошо, но тебе в отпуск пора. Предлагаю сбиться в стаю и полететь в теплые края, к морю. Как тебе такая идея? Шикарная идея. Ты вообще у меня самый хороший. Я тебя очень люблю. Сейчас бы поспать. Дома отоспишься. Будем купаться и загорать. А вечером устроим романтический ужин в ресторане. Гульнем с размахом. Не-не-не, никакой работы. Так. Так. Хорошая фотография. А вот на этой ты классно получился. Смотри. А по-моему, ты лучше. Хочу выпить за тебя. А я хочу выпить за тебя. Ты мой самый любимый человек. Ну что?
Если мы с тобой закрутили такие шуры-муры, может, заодно и ребеночка заведем? Хитрован. Выбрал время и место. Ну, я же талантливый, сама говорила. Займемся продолжением рода. Давай попробуем. Стоп, мы договорились, никакой работы. Ну, пожалуйста. Если это Маша, мы же ее оставили цветы поливать. Вдруг дома что-то случилось. Ну, если Маша... Угу. Другие не читай. Хорошо. А это врач. Можно посмотрю? Пожалуйста, очень любопытно. Уведомляю, что в результате проведенных анализов у вас выявлена положительная реакция на вирус иммунодефицита. Настоятельно рекомендую обратиться к специалистам в Федеральный центр СПИДа. Ну, что там пишет наш эскулап? Все нормально. Ничего интересного. Что-то я... Не хочу больше есть. Наверное, на солнце пересидела. Вейджа, Билл, плиз. Любимая, ты скоро? Иду! Ну, иди ко мне. Я заждался. Шампанское заказал, фрукты. Ну что, займемся продолжением рода? Подожди. Я даже не знаю, как тебе сказать. Сядь. Шампанское, конечно, по такому случаю неуместно. Но очень выпить хочется. Будешь? Знаешь, что я думаю, это ошибка. Какой-нибудь лаборант разгильдяй мог просто напутать. Да, ты прав. Ты прав. Или, может быть, в регистратуре. Там же всегда толпы людей ходят. Может, просто и неправильную бумажку положили. А если это правда, у меня... Я могу быть тоже заражен? Нет. Нет, Игорь, этого не может быть. Тебе
нужно срочно сделать повторный анализ. И мне заодно. Тогда все станет на свои места. Да. Собирай чемоданы. Good afternoon. Sorry, I need two tickets for the next flight to Moscow. Yeah. Сейчас самое главное. Не волноваться. Скажете, Олег Ефимович. Это ошибка, да? Вы не заражены. А ваш диагноз подтвердился. Сожалею. Как же так? Это должна быть какая-то ошибка. Господи, что же теперь делать? Будешь? Игорь, я тебе не изменяла. Клянусь. Ну, разве я тебя обвиняю? Я видела, как ты на меня посмотрел. Я очень тебя люблю. И других мужчин для меня не существует. Ты мне веришь? Ну, конечно. Конечно же, я тебе верю. Что ты от меня отвернешься. Ну, не мели ерунды. Лучше выпей успокоительного. Наказание, а? Но я же всегда следила за своим здоровьем. Ну, где я могла заразиться? Господи! Как я сразу не подумала. Они же мне кровь тогда переливали. Они меня тогда заразили, сволочи. Тихо, тихо, ложись. Я на них в суд подала. Спи, спи. Теперь все равно ничего не докажешь. Тебе нужно отдохнуть. Я на них в суд подала. Спи.